Здорово, с тобой Гар. В первом видео я разобрал специалистов класса штурмовик и поддержки. Ссылка на видео будет в описании. И вот, наконец, я доделал второе видео из серии про лор и сюжет игры Battlefield 2042. Здесь я разберу специалистов класса инженер и разведчиков, кто они такие и почему участвуют в войне. Ну и, конечно же, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях, как тебе сюжет в Battlefield 2042. А в следующем видео я расскажу про то, как мир докатился до войны 2042 года. Также у моих друзей проходит розыгрыш с крутыми призами. Ссылка будет в описании. Инженеры. Петр Борис Кузьковский. Дата рождения 30 июня 1990. 52 года. Место рождения Омск, Россия. Языки общения родной русский. Национальность русский. Борис родился в Омске, Сибирь, и его воспитание было омрачено борьбой, поскольку его семья боролась за сохранение своей фермы после распада Советского Союза и последовавших за этим сельскохозяйственных преобразований. Отчаянно пытаясь сбежать от изнурительной жизни, которая ему предстояла, Борис черпал вдохновение в местной легенде о том, что его дальняя родственница была одной из печально известных ночных ведьм Второй мировой войны, женского бомбардировочного полка, и ушел из дома в 18 лет с надеждой вступить в ВВС России. Мечта подростка была недолгой, поскольку в процессе проверки у него был диагностирован дальтонизм. Не желая возвращаться домой неудачником, Борис согласился на должность инженера пехоты, но его горечь гноилась, и наряду с развитием своих навыков бойца, он приобрел безжалостность, которая отдалила его от товарищей. Неудовлетворенный своим положением, Борис попросил перевода и присоединился к 344-й гвардейской танковой бригаде в качестве водителя. Несмотря на его упрямый оперативный стиль, его тактический опыт в организации засад и непробиваемой обороны принес ему быстрое повышение до командира. Но военный инцидент, связанный с мятежом его собственного подразделения, навсегда запятнал его репутацию и лишил его звания. По мере усиления глобальной нестабильности, Россия стремилась усилить свой стратегический охват. Борис был отправлен, чтобы помочь со строительством одной из нескольких военных баз, расположенных в Африке. После основания он наблюдал, как объекты стали плацдармом для российской организованной преступности, поскольку она стремилась расширить свою территорию за пределы Европы и Северной Америки. Когда его карьера рухнула, Борис воспользовался возможностью изменить свое несчастье и организовал контрабандный маршрут из России в Африку, по которому оружие и снаряжение попадали непосредственно в руки различных преступных группировок. Спрос вырос, как и тип клиентов, которых обслуживал Борис. Правительство теперь хотели получить доступ к его контрабанде. С размахом, который намного превосходил его понимание, Борис подчинился. Когда пропала партия современного оборудования для беспилотников, предназначенного для южноафриканского ополчения, Борис испугался за свою жизнь и дезертировал из армии. Его единственной надеждой на спасение было стать неприкаянным. Он исчез среди миллионов беженцев, борющихся за выживание. Это была борьба, которую он вел всю свою жизнь, и он не собирается проигрывать. Эвелина Лис. Дата рождения 9 мая 2014, 28 лет. Место рождения Гданьск, Польша. Разговорные языки родной польский, английский. Национальность полячка. Будучи дочерью богатых родителей, Лис получила более привилегированное воспитание, чем большинство ее сверстников. Она посещала престижную школу-интернат Норт-Англия и поначалу хорошо училась, однако ее успеваемость в учебе начала снижаться, поскольку мировые события ухудшились, а ее собственная страна оказалась втянутой в мировой кризис. С растущим желанием сделать в своей жизни что-то значимое, Лис пренебрегла желаниями своих родителей и завербовалась в польскую армию. Несмотря на то, что Лис была отрезана от своей семьи, она приняла свое решение в надежде, что однажды ее семья сможет простить ее. Когда Европа распалась, Польша в конечном итоге рухнула. Лис теперь член элитных сил специального назначения Польши, возглавляла одно из немногих оставшихся подразделений ГРОМ, помогая правительственным чиновникам восстанавливать порядок. Их главной задачей было нацелиться на базы темного рынка, которые наводняли страну оружием. Лис и ее команда во время ночного рейда, проникшего на нелегальный склад оружия, когда произошло отключение света и повредило их оборудование. В последующем хаосе вся ее команда была уничтожена, только Лис избежала смертельных ранений. Когда Лис пришла в себя, она снова бросилась в вооруженный бой и поклялась помогать семьям своих погибших
своих товарищей любыми деньгами, которые она сможет заработать. Это привело к встрече с неприкаянным по имени Ангел и возможности заработать деньги, продав диски с данными тому, кто предложит самую высокую цену. Пытаясь выгрузить некоторую информацию, она узнала о секретной базе в канадских скалистых горах и ее связи с Блэкаутом. У Лис наконец-то появился шанс найти виновных в гибели ее команды. В то время как миссия Black Ridge не смогла предоставить живых преступников, объект был, по крайней мере, разрушен. Лис могла быть уверена, что ничего подобного отключению больше никогда не повторится. Это было до тех пор, пока она не воссоединилась с Ангелом и не обнаружила, что Исход охотился на лидера неприкаянных по имени Оз. Он использовал темный рынок, чтобы саботировать Black Ridge и украсть планы нового оружия. Похоже, миссия Лис только начинается. Чарли Майк Кроуфорд. Дата рождения 1 августа 2002. 40 лет. Место рождения Лондон, Великобритания. Разговорные языки родной английский, национальность британец. Кроуфорд родился в Лондоне и был младшим из трех братьев и сестер. Его родители оба были государственными служащими, а его отец был восходящей звездой в качестве генерального секретаря крупнейшего профсоюза Великобритании. Кроуфорду было всего 10 лет, когда его отец умер от сердечного приступа. Семья была вынуждена переехать к дяде отца, Мартину Кроуфорду, бизнес-магнату на северо-востоке Англии и известной фигуре в местном криминальном мире. Кроуфорд был очарован этим человеком, а особенно его коллекцией оружия, и вскоре он заполнил отцовскую пустоту, которой жаждал мальчик. После нескольких лет изучения бизнеса Кроуфорда привлекли к работе и заставили красть сельскохозяйственное оборудование. В то же время он закончил учебу и получил диплом с отличием первого класса по политологии Манчестерского университета. Его образование позволило ему получить должность в Международном разведывательном агентстве Великобритании MI6, где он работал в качестве внутреннего человека, помогая развивать операции своего дяди за рубежом. Кроуфорд поставил перед собой высокие цели. Это означало работу с темным рынком. Он провел операцию по проникновению в организацию и подтверждению личности членов совета. Но он саботировал это в подходящий момент, чтобы показать свою признательность. Совет нанял его в качестве одного из своих ведущих торговцев оружия, позволив ему обменять свою уважаемую коллекцию старинного оружия из хранилища из прошлых войн. Его преступность в конечном итоге была раскрыта агентами британской разведки, и он был арестован. По пути в камеру предварительного заключения его конвой подвергся нападению, и он был захвачен темным рынком. Он был слишком ценным, чтобы его казнить, но за его ошибки было бы наказание. Наказание будет выплачено в Южной Америке на одной из баз рынка, расположенной на озере Гатун в системе Панамского канала. Они заставили его работать, взяв на себя миссию проникнуть на горную базу и украсть сверхсекретные данные. Узнав, что покупателем был ОС, Кроуфорд зашифровал украденные товары с помощью программного обеспечения Tracer и начал выпускать зашифрованные передачи. Лидер неприкаянных был объявлен в розыск. За хорошую цену Кроуфорд готов присоединиться к охоте. Разведчики. Викус Каспер Ван Дейл. Дата рождения 5 марта 2007. 35 лет. Место рождения Кейптаун, Южная Африка. Разговорные языки. Родной африканский. Национальность южноафриканец. Несмотря на то, что Викус рос в стабильной семье в подростковом возрасте, он боролся с беспокойством. Его отец познакомил его с бегом, как способом справиться с ситуацией. Каждое утро пара отправлялась на набережную Си-Пойнт, и за эти 11 километров Викус начал обретать покой. С годами мальчик превратил свой разум и тело в неприступную крепость. Пробежки становились все длиннее и сложнее, пока его отец не смог за ними угнаться. К тому времени Викус был настолько сосредоточен, что казалось, будто он все равно бежит один. Стремясь испытать себя физически и морально, Викус вступил в армию, и один из его первых туров была помощь миротворческим силам, дислоцированным в Демократической Республике Конго. Его подающие надежды навыки стрельбы и сила духа сделали его идеальным кандидатом для одиночного наблюдения на больших расстояниях. Катастрофа произошла, когда на Кейптаун обрушилась разрушительная сейсмическая морская волна. Разрушения были неизмеримы, и тысячи жизней были потеряны за одну ночь. Семья Викуса была среди погибших. Не способный осознать свою потерю, он вместо этого похоронил ее. Не было никакого горя, только большая преданность и сосредоточенность на своей работе. Но травма все еще была там, погребенная под этой жесткой внешностью. Экологический
Климатические катастрофы в Южной Африке привели к постоянному потоку беженцев, направляющихся на север. В попытке ограничить воздействие на окружающие народы, Викус был частью продолжающейся региональной операции по оказанию помощи в миграции и расселении перемещенных лиц. Через несколько лет после своего назначения Викус раскрыл коррупцию в своем собственном подразделении, когда обнаружил, что коллега-офицер управляет незаконной программой выдачи беженцев, находящихся под их защитой. Викус сообщил начальству, но прежде чем они смогли допросить офицера, он был убит. Все улики указывали на Викуса как на преступника. Зная, что его ждет трибунал, который, несомненно, признает его вину, Викус оставил армию. Он присоединился к Migration North и стал неприкаянным, надеясь однажды вернуться домой и очистить свое имя, если есть еще дом, куда можно вернуться. Джи Су Пайк. Дата рождения 17 ноября 2017, 25 лет. Место рождения Кванджу, Южная Корея. Разговорные языки – родной корейский, китайский, английский. Национальность – кореянка. Пайк родилась в Кванджу, Южная Корея, была единственным ребенком в семье и интровертом по натуре. У обоих ее родителей была ответственная работа, и они часто оставляли Пайк на попечение ее прадеда Сангчула. Тихий старик ничего так не хотел, как проводить свои дни, играя в стратегическую игру Бадук. Пайк он нашел идеального компаньона. Как только он познакомил ее с деревянной сеткой 19×19 ее черными белыми камнями, она была потрясена. То, что на первый взгляд казалось простым, было намного сложнее, чем Пайк могла себе представить. На этой маленькой доске можно было собрать больше комбинаций, чем атомов во Вселенной. После нескольких лет под руководством Сангчула Пайк стала отличным практикующим. По особым случаям они отправлялись в городские парки Сеула, где Сангчул выставлял молодую девушку против игроков постарше. Он никогда не уставал видеть это выражение полного замешательства, когда до них доходило, что они проиграют. Смерть Сангчула стала определяющим моментом для Пайк. В честь своего прадеда она похоронила их доску с Бадуком. Вместе с ним и поклялась никогда больше не играть в эту игру. Все еще жаждущая соревнований, она смотрела Олимпийские игры 2026 года и была вдохновлена заняться конькобежным спортом. Ей нравилось сочетание мастерства и стратегии, и она достигла элитного соревновательного уровня в подростковом возрасте. После мировых событий Корея расширила обязательную воинскую повинность, включив в нее женщин, что вынудило Пайк отказаться от спортивной карьеры и вступить в армию. Она преуспела в обучении и присоединилась к специальному военному командованию армии Республики Корея. Пайк была обучена тайным операциям и проникновению и стала высококвалифицированным специалистом во всех видах электронной подрывной деятельности и тактики сбора информации на месте. После серии успешных миссий ее подразделение получило прозвище Гумихо, названное в честь корейской мифологической лисы оборотня. Blackout 2040 года отправила Пайк на еще более опасные миссии, чтобы обеспечить рычаги влияния на ее правительство. Но когда жизненно важная операция закончилась провалом, национальным позором, она была вынуждена с позором бежать. Она нашла убежище среди беженцев. Обездоленные, обесчещенные, они были неприкаянными. Они могут быть просто искуплением Пайк. Навин Рао. Дата рождения 14 сентября 2013, 29 лет. Место рождения Мумбай, Индия. Разговорные языки родной маратхи. Национальность англичанин-индиец. В детстве Рао заболел детской лейкемией. Он провел много недель и месяцев в больнице, проходя лечение, которое часто оставляло его прикованным к постели. Становясь все более изолированным и одиноким, он нашел онлайн-сообщество и научился программировать. Вскоре стало ясно, что Рао был потрясающим талантом, и в попытке произвести впечатление на своих друзей, Рао взломал компьютерную сеть своей школы, чтобы завысить оценки своих товарищей. Когда его усилия были прослежены до дома его родителей в Мумбаи, его отправили жить к тете и дяде в качестве наказания. К 18 годам у него уже несколько лет была полная ремиссия, и он столкнулся с давлением со стороны своего дяди, требующего вступить в индийские вооруженные силы. Благодарный за предоставленный ему второй шанс, Рао завербовался и усердно работал, чтобы стать отличным солдатом. Его знания в области электроники и программирования было сразу же признаны, и он был выбран для вступления в спецназ Маркоса. Его подразделение специализировалось на радиоэлектронном противодействии
и сборе разведданных. ИРАО был на переднем крае разработки новых методов и оборудования, чтобы помочь им в борьбе. Все более жесткие климатические явления по всему миру начали привлекать беженцев к побережью Индии. Команда РАО была отправлена для наблюдения за этими группами, и он воочию видел ужасную ситуацию, с которой они столкнулись. Через несколько месяцев после начала миссии группа РАО получила сигнал бедствия с корабля недалеко от побережья, на борту которого находились сотни неприкаянных. Он убедил своего капитана отправить свою команду на помощь, но ситуация стала критической, когда корабль начал переворачиваться. Они пытались стабилизировать судно и спасти как можно больше жизней. Когда прибыл другой вражеский корабль, чтобы разграбить его, РАО пытался найти мирное решение, но не смог предотвратить гибель людей. Новостные агентства распространяют свои собственные истории о том, что произошло, изображая это как беспощадную резню со стороны индийских сил. Когда мир вызвался к справедливости, подразделение РАО было выделено и подвергнуто критике мировыми СМИ. РАО предстал перед военным трибуналом и был уволен. Изолированный, он искал поддержки и нашел ее среди неприкаянных. Теперь их борьба принадлежит ему, и он сделает все, что в его силах, чтобы положить ей конец. Камила Бласко. Дата рождения 12 мая 2012, 31 год. Место рождения Колон, Панама. Разговорные языки – испанский, панамский, испанский, английский. Национальность – испанка. Камила Бласко была единственным ребенком в семье своих родителей, эмигрировавших с юга Испании, в Колоне, Панама. С юных лет ее тянуло к океану. Она проводила большую часть своего времени, увлекаясь различными кораблями в местном морском порту или практикуясь в плавании, в чем она стала особенно опытной. Когда Панама начала ощущать последствия кризиса с пресной водой, родители Камилы отправили ее жить к дяде в Испанию, чтобы уберечь ее от насилия, а также позволить ей продолжить свое образование. Ее дед Антонио Бласко был хорошо известен своей пристрастью к демократии и свободе. Его политические взгляды пробудили в Бласко бунтарскую натуру, побудив ее научиться самообороне и в конце концов в 16 лет поступить в Испанскую военно-морскую военную академию. После 5 лет обучения в академии Бласко получила звание офицера подразделения специального назначения в МС Испании Пуэрца де Гуэра Навал Спешиал. Ее мастерство быстро получило признание после проведения нескольких успешных операций по борьбе с пиратством. Это принесло ей звание капитана, и она была переведена к КСДП Европейского Союза. Несколько лет спустя, в 2035 году, смерть Антонио ознаменовала ее возвращение в Испанию, где она, наконец, воссоединилась со своими родителями. Состояние страны стало очевидным. Нехватка продовольствия, вызванные климатическими пожарами, поставила страну на колени и воскресила воспоминания о том, что Камила видела много лет назад. По возвращению из командировки в Южную Африку на борту недавно введенного в строй СПС «Имповидо» корабль подвергся массированной пиратской атаке. Пираты удерживали экипаж, требуя выкуп, но не получили ответа от испанского правительства, что побудило их начать казнить членов ее экипажа в отместку. Недавно назначенный командант Бласко провела наполненную адреналином атаку с корабельной гауптвахты, сумев восстановить контроль. После единодушного голосования корабль вышел из состава ВМС Испании, взяв курс на помощь неприкаянных по всему миру. Бласко быстро завоевала доверие других неприкаянных и вскоре стала главой целого флота неприкаянных, за что получила прозвище «Адмирал». Ее оперативная группа, подразделение «Левиафан», известна своим превосходством в операциях по поиску и уничтожению, что делает ее серьезной угрозой для любого на ее пути. По пути в Панаму МФС «Исход» был перехвачен пиратами. Когда они подверглись нападению, находившихся поблизости СПС «Имповидо» выдвинулся, чтобы защитить судно. Остановив вторжение пиратов, Кимбл Грейвс позже посетил «Имповидо», чтобы поблагодарить Бласко за ее действия. Два корабля стали частичными союзниками. После осады объекта «Блэк Ридж» Бласко получила деньги от темного рынка за транспортировку технологии «Буревестника» на объект «Нордвик» в Лапландии. Детали груза от нее скрываются. По пути в Швецию Бласко обнаружила истинную природу груза и его связи с Озом, что сразу же заставило ее усомниться в надежности контакта. После приземления Бласко встречает ее контакт – страж Сьерра Рашид Зейн, известный сообщник террориста, против которого она так решительно выступала.
Когда хаос на объекте Нордвик в Лапландии улегся, пути МФС-04 Исход снова пересеклись с Бласху. Ну а Вольф доказал, что ему больше нельзя доверять, выпустив крылатую ракету без колебаний, потому что он считал местоположением Оза, несмотря на то, что оперативная группа Исхода все еще находилась в пределах досягаемости. Он поджег фитиль. Когда они возвращались по своим делам через весь мир, чтобы добраться до страны Оз, Бласка и СПС Имповида, сопровождали Исход от объекта Блэк Ридж до земли Королевы Мод, где они наконец смогли связаться с ним. Он поручил Исходу отправиться на Эдем-1, старый завод по производству ракетного топлива в Рихтерсфельде, Южная Африка. Имповида сопровождал их туда. Бласка всегда ставила свою команду на первое место, не желая ввязываться в конфликты. Но она сама так решила. После Панамы, Зейна, Бергмана пришло время вступить в бой. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пиши в комментарии, хочешь ли ты продолжение. А с вами был Гар, всем пока.